Почему я смеюсь-то? Ну, тут очень серьезные люди, очень крутые музыканты. Все, хватит смеяться. Их знают. За что пришли? Их знают во всем мире. Просто когда наш джингл слушают, обычно люди смеются. Блин, переделали вообще до неузнаваемости. Доброе утро. Привет еще вообще. Ну, давай представлять. А, конечно, официально. Кто да, у нас да, сейчас да, в студии? То есть куда онлайн-трансляция, где у нас, Кат? У нас сегодня на официальном канале на YouTube Energy Russia. Заходите, там прямая трансляция. И в группе Energy ВКонтакте тоже есть. Вообще, они просто... Вот, ну, когда они выступали, мы сейчас скажем. Когда вы выступаете... Давай не будем говорить весь эфир, кто у нас в студии. Когда выступаете, просто у меня все дергается. И ноги, и руки, и волосы, и все. Просто все. Качает не по-детски, ребята. Дамы и господа. Так, бас, Александр. Юрий, вокал, скрипка. Она, это бэк-вокал и перкурсия. Павел, вокал, аккордеон. И Дима, ударные. Вместе The Hatters. Жарко в студии. Доброе утро. Зачем? Это Анна была. Зачем вы придумали так по утрам делать? Это же, ну, так... Мы же знаем, что умеете. Нет, мы умеем, но мы специально учились на гуманитариев, чтобы не вставать рано. Разве ради этого так учатся на гуманитариях? Да. Чтобы можно было встать в 12, выпить чашечку кофе, почитать Довлатова. А вот как. Надо встать в 6 утра, приехать, что-то попеть. Но мы довольны. Спасибо, что позвали. Доброе утро. Привет еще, Юрий. Но здесь Катя единственный, кто не жил в Питере, да, вот среди нас. То есть я и жил в Санкт-Петербурге. Я была там в хостеле пару раз летом. И все, да. Ну, а так вышел альбом. Да. Буквально 4 дня назад. Да, 3-го числа, правильно? Да. Вот, Golden Hits называется. А это получается, как, лучшие песни, ну, сборник лучших песен? Нет. Мы решили просто написать новые песни, и чтобы дальше не было вопросов, они сразу уже называются все Golden Hits. Слушай, это не стандартный ход. Просто это, знаете, как родиться в королевской семье. То есть, ну, уже с регалиями. Ого. Новые песни уже с будущим, так скажем. Обеспеченным. Слушай, а некоторые писали, а что такое олдскульное название? Golden Hits. Золотые хиты. Золотые хиты. Вот прям как будто сейчас Кадышева будет петь. Ну, коммент какой-то видела у нас. Ну, что скрывать, нам и не по 15 лет уже. 16. А я думал, 15 с хвостиком, то скажем так, ну. Кстати, Юра сегодня с хвостиком. Это еще утро. После 12 мы все же лучше выглядим. Не, отлично выглядите, суперски вообще. Ну, а так, почему решили именно так, Golden Hits, не, допустим, не платиновый хит? Ну, чтобы еще один альбом хотя бы сделать потом. Иначе, если мы сейчас называем платиновые хиты, то все, делай больше нечего. А вот у нас еще в пресс-релизе прямо написано, чего стоит только один недавно выпущенный сингл. Я вообще. Говорят, что под него невозможно усидеть на месте. Вообще, знаешь, на вас смотрю, вместе с кули болят просто, и танцую, и улыбаюсь. В этом году вам исполнилось 5 лет. Yes, sir. Это на английском я сказал, кстати. Да, yes, sir. А он не понимает. Как раз Саймон не понимает по-английски. Иногда буду делать translate, if you... Окей. За 5 лет чему так и не научились делать? За 5 лет мы освоили новую профессию. А какую? Я думал, придумается шутка, походу не получилось. Профессию стендапа пока не освоили. Вас знает вся страна, вы очень крутые песни выпускаете. И все песни действительно золотые. Ну а за эти 5 лет чему так не научились делать-то? Чего не научились делать? Да. Ну, рано просыпаться научились, смотрите, пришли, значит, научились, выбора, да? Выбора нету. Так, что еще может быть? Ну, Паш, ну что ты научился? Ты же у нас молодой. Тиктоки записывать научились? Нет. Так и сказали сразу. А включите микрофон, пожалуйста. Вы сразу с козырей пошли? Да. Вот, не научились пилить. Не научились мы делать тиктоки, но научились проводить тиктоки прямые трансляции хорошо. Ой, молодцы. Там в тиктоке, оказывается, очень добрая публика. Это прям поразительно, прям ми-ми-ми-ня-ня-ня, вот такая примерно. Ну, а вообще вы научились, скажем так, понять, что станет мемом?
Вот сейчас проверим. Это прикольно. Короче, за год мы накопили огромное количество разных мемов. И помните, как в Гарри Поттере была распределительная шляпа или распределяющая шляпа? Короче, для шляпников у нас есть шляпа. Вас и так называют, ну, как бы сумасшедшие шляпники, да? Держи, Юр. Вот мы просто распечатали, какие мемы в этом году хайпанули. Так, и? Вот, вы просто вытаскиваете из шляпы так. И продолжите. Мы проверим, блинский. Знаете вы их продолжение или нет. Так, парни, помогайте. Да, помогайте. Так, вот первое, вот, вытащили шляпы, так. Блин. Читай, читай. Бритни Спирс репостнула украинского кота по имени... Кто знает? Помогите, вы же команда, командная работа. Давайте пойдем как по логике. Микола? Не Микола, нет. Сало. Не сало. Это было бы очень забавно. Это не сало. Очень известный кот, кстати. Hit me baby one more time? No. Может быть, котик Токсик? Не-не-не-не-не. Короче, первые две буквы S, T, дальше идет E. Стебун. Стебель. Степа. Почти да, теплее. Степан, стекло, конечно. Поуважительнее. Стекловолокно. Степа, но поуважительнее. Степан, правильно. Степан. Вот. Да. Степан? Да. Кот Степан, да. Теперь будете знать. И вот. что ее так размешило в этом? Ну вот. Не, ну мы вас так прокачиваем. Вот. А еще есть там в шляпе что-нибудь? Да, мне уже нравится игра. Чувствую себя старым. Спасибо. То, что я люблю встать пораньше, понять, что мне это лень. Потом ткнуть меня, пожалуйста, в незнание молодежной культуры. Спасибо. Главное, после этого российский эфира. Философ. Так. Джиган сказал на чили на расслабоне. Да! Угадал, видишь? Мы, так. Кстати, когда записывали этот альбом, как раз этот мем завирусился, и мы действительно жили в загородном доме, когда писали альбом на чили на расслабоне. Мы воспользовались и его советом, и альбом получился вот очень такой несуетный и хороший. Там продолжение еще было у этой фразы. Возможно, вот тоже. Но это уже для другого. Это уже не эфирное. Да, это 18+, да. Так, что там еще есть? В сети стал вирусным девиз Сорзала Москвы. Метро Люблино, работаем. Слушай, говорит, ох, все, не старый, все знает вообще. Люблино или Люблино? Люблино. Ну, видите, где-то же должна быть слушай, ошибка. Слушай, а Люблино я же ни разу не слышал. Кстати, интересно, вот. Теперь это будет мем метро Люблино. Люблино. Весь тикток просто ляжет. Поехали. Еще есть, ага. В этом году в мире цифрового искусства появились новые три буквы. Приличные. Нет, как они? NFT. NFT! Круто! Sorry, NFT. Да, NFT, да. Кстати, в коллективе мы говорим MFT. А так NFT, да. Потому что нам тоже не 15. Да. И еще... Кстати, NFT сейчас у Little Big'ов идет очень клевая акция. Там. А, запустили свои, да? Яйца Ильича. Это факт, серьезно? Так называется NFT. Ну, да, есть Фаберже, а есть Ильича. Такие, как Фаберже, яйца, но это по факту яйца Ильича. О май гад. Кстати, у меня же на задней точке татуировка Ильича. Ага. Ого. Так, ну так получилось. Тоже из шляпы, кстати, бумажку неудачно достал. Это и ты появилась эта татуировка. Спор проиграл? Да. О май гаш. А вчера мы были в бане. А мы можем показать? Нет, сейчас я расскажу, почему. Вчера мы были в бане, и я... имел неосторожность прям лицом Ильича наткнуться на печку. Нет. Треугольный ожог. Не может быть такой. Unbelievable. Поэтому я стою на одной ноге. Катя, в таком случае что используют? Зеленки, да? Катя, ты девушка, которая часто прислоняется мягким местом к печке, скажи, да? В России обычно это же зеленки лечится, да? Я тянул время, чтобы вспомнить. Нет, не вспомнил. А прочитаем и поможем. Новый мем тянешь. Итак. Берни Сандер пришел на инаугурацию президента в... В? Кто помнит? Кто поможет? Конечно, в... Не в перчатках, а в... В... Они похожи на перчатки. В... Чтобы что-то горячее... В имя? В нужный день, может быть. В нужный день? В нужный день, да. То есть они похожи на перчатки, только без... Как это называется? Без мест для фалангов. Из ангорки, ребят. Коварышки, да! Конечно!
Серьезно? Это крутой мем был, да. Ну что ж... Ребят, мы просто... А их уж... Они там еще есть? Давайте оставим их. Ну, конечно, это на потом, да. Давайте, ну, поспоем. Да нам песни нужны, у нас еще песен много, да, не спеты? Да, просто, вы понимаете, мы вот, вы знаете, вот в интернетах-то не сидим сутками. Ой, не сидим, NFT все отгадали. NFT вообще-то. Ну что ж, а сейчас... Правильно говорить, конфетти. Кстати, вот такой вопрос. У вас же совместная песня с Maroof в этом году выходила. And what? А эта песня, в альбом входит? То есть, ну... Нет, эта песня вошла в альбом Maroof, который тоже вышел недавно. Mm-hmm. Он вышел 5 октября. Mm-hmm. Вот, я вспомнил. И называется No Name. Так все, о ней знаете, да, вообще? Ну да, мы прям подружились, песенка-крючочек мы теперь. А почему вы не поставили эту песню в свой альбом? Вроде совместная же песня. Вы понимаете, по подаче песня больше подходит все-таки Maroof. Да отняла она у нас все, короче. То есть это больше ее песня, чем ваша, да, получается? Да, идея была наша, мы такие пригласили к себе в студию. Анечка, давай что-нибудь совместное сделаем. Она нас как котят. Так, будет вот так, будет вот так. Здесь, ну дай сюда, пошел вон. Вот так получилось. Нас кинули просто. Да нет, шучу. А я уже хотел следующий вопрос задать. А какой именно, ну, вы хотели, чтобы она была песня? То есть если она так, ну, не диктовала. А это, слушайте... Был чистый эксперимент, мы понятия не имели, что нас ждет в конце. Вот получилось то, что получилось. Но вам же понравилась песня? Конечно, очень. Ну, Аня больше, и она поэтому забрала. Слушайте, ну у вас сейчас есть трек «Мрачные звоночки», который можно ставить вместо будильника, представляешь? Вообще четко, надо качать и прям ставить себе на рингтон. Вот это правильное предложение. Вот правильно же. А вы же короткий кусок сделаете для ТикТока, а если будете использовать как это самое? Так все уже есть. Все уже там. Капец. Это мы уже старые, Катя, мы с тобой. Я нет. Я не согласна. Так, дайте шляпу добьем. Очень интересно, что там еще. А, добьем? Ну, кстати, у нас есть время? Окей, значит, есть время. Кто не в теме, у нас мемы в шляпе лежат, незаконченные. Незаконченные. И The Hatters сейчас пытаются добить эти мемы. Как приятно, когда нас правильно называют. Окей. This is energy. Итак, Наталья Орейро приехала в Россию и получила паспорт. Не раз слышали его, можно еще раз? Наталья Орейро приехала в Россию и получила паспорт. Молодцы! Браво! Знаете. Точно, не по губам. Yes. Весь мир обсуждал корейский сериал «Игра в...» В? Никто не знает. Вы этого полосатика. Анна, помоги. «Игра в кальмара». Да! А вы смотрели это? Интересно. Я посмотрел только первую серию. Если честно, не понял, чего так все заболели. Вот Паша зафанател прямо. Не, ну я смотрел. Я смотрел, но не зафанател. Ну зачем вы такие? Не, ну первая серия это очень мало. Там еще ничего вообще непонятно. Ты так сериалы, что ли, смотришь? Ну мы Юре просто все рассказали. А, перерассказали. Вокруг все обсуждали уже. Ну, все борются за деньги. Ну, и чё? Вот ну, а скажите, чё? Какой тогда вы фильм посмотрели, и вас прям зацепил сейчас, вот прям сразу? В этом году хотя бы. Да, «Французский вестник», конечно же, Уэс Андерсон. Это просто... Мне первая история больше понравилась. Из всех. Слушайте, это Уэс Андерсон в этот раз себя превзошел на, ну, я не знаю, на 1000%. Если у него обычно кадр — это картинка, за которой надо наблюдать, то в этот раз он переборщил, и в кино придется ходить раз 10, наверное, чтобы быстро, все разглядеть. Да? Вообще, очень вот. Быстро. А мы недавно услышали вашу новую песню под названием «Мрачные звонки», да? Звоночки. Почему ты так стараешься? Не старайся, говори, как тебе удобнее. «Мрачные звоночки». «Мрачные звоночки». Дело в том, что у нас для вас тоже есть «Мрачные звоночки». Вот пока вы здесь, у нас не замолкает телефон, и хотят люди с вами пообщаться, я реально говорю. Может, это коллектор? О, Юрий! Как здесь смогли нас найти? Жизненно. Возможно. Однако, а так наш эфирный номер 8495-258-3343. И вот есть звонок, и есть важный вопрос от слушателя. Пожалуйста. Алло. 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 Добрый день. Приветствуем. Представься, как тебя зовут? Николай. Николай. Как будто бы, ну, допустим, Николай. Николай, задавай вопрос. Ты уже в эфире. А я хотел узнать, как можно «Мрачный фит» с группой. «Мрачный фит», «Мрачные звоночки». «Мрачный фит» — это когда мы случайно встретимся в 4 утра в баре. Наверное, только... Договорились. Николай, на чем ты играешь?
Не знаете об этом. Как? На чем? На чем же? На пиле? Ну, кстати, пила... Как? Я виртуозный игрок на, как в свое время Юра сказал, несправедливом инструменте гитаре. О, почему? Браво, вот прямо браво. У меня сейчас наперевес висит гитара. Офигенский Лес Пол, кстати. То есть он на гитаре играет. А как тогда замутить с вами фит, ну, совместную песню? Слушайте, ну... Как этот процесс происходит? Я не знаю. Как-то... То есть человек достает трубку, именно проводную трубку, набирает. Я не знаю, но... Я не знаю, вот даже как-то не задумался. Так потому у нас фит-то только один с Маруф и... А как она вас нашла? Вот, ну. История довольно простая. Мы на одном закрытом мероприятии вместе выступали, разговорились. Ладно, давайте Коля тогда отпустим. Коля названивал, наяривал. Колька, ты скажи команде The Hatters то, что хотел. Ты говоришь, эмоции. У меня где эмоции-то, Коля? Вообще ничего не слышно. Блин, ну честно сказать, я не так давно для себя открыл The Hatters, но они вот реально заряжают меня эмоциями. Перед Новым годом, когда у всех депрессия, это особенно помогает. Отдельный Коля, ну мы же с тобой в одном помещении по факту. Не говори о нас в третьем лице. Прошу простить меня за мою бескультурье. В общем, ребят, огромное спасибо за тот позитив, который вы несете и дарите. И я надеюсь... на ваши новые и новые свершения не только The Hatters, но и в том числе Клик-Клак, не забывайте. О, спасибо, спасибо, Коля. И заодно он поздравляет вас с выходом нового альбома. Вот. Вы делаете... Мы просто знаем, что вы еще из театра, да? То есть кино в крови, музыка в крови. Браво, спасибо большое. Вот у нас сейчас 30 секунд осталось. 30 секунд, тогда приходите 10 декабря к нам на концерт COVID Free в Москве, Медиадом. А если чуть помедленнее, из времени, да? У вас еще 29 секунд осталось. Да, успел за секунду. Друзья, ну, слушайте, прекрасная возможность закончить этот год вместе с нами. 10 декабря в Медиадом Москва, ковид-фри. Приходите к нам на юбилейный концерт. Фу, кошмар, я что, Лев Лещенко? Приходите на наш юбилейный концерт. Зато понятно всем. Бенефис группы, да. Спасибо большое, ребята. Доброе утро всем вам и спасибо. Александр сегодня бас... Дальше Юрий у нас сегодня, конечно, вокал и скрипка, Анна бэк-вокал, перкурсия, Павел... Да. Перкурсия! Да, Павел вокал, аркадион, вот, и Дима ударник! Yes! И все вместе это группа... The Hatters!